Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, девочки. Сегодня я покажу вам, наверное, будет просто небольшое видео про покупки. И у меня пришел остатки моего заказа с сайта Wildberries, там белорусская косметика. И сегодня я ездила в множество магазинов, получила, во-первых, заказ Wildberries, потом поехала в Магнит Косметик, Дикси, мясную лавку, немножко покупок и в местном магазине. В общем, все вам сегодня покажу. Я постаралась все чеки взять. Только единственное, что в магазине Дикси мне чек не дали. У них что-то там с кассы или что, я не знаю. То есть оплата по банковской карте прошла. Она сказала, если вы можете, вам очень нужен чек, нужно стоять было ждать. В общем, короче, я все взяла и ушла. И, ну, так примерно цены помню, поэтому вам расскажу. То есть сегодня такой влог о покупках. Он у меня не просто так, а у меня скоро день рождения, точнее уже завтра, но вы уже увидите этот влог уже после моего дня рождения. Вот, и ко мне приедет, ну, у меня не будет сильно много гостей, ко мне приедет сестричка с моими племяшками, да, со своими сыновьями. И поэтому мы так немножечко просто посидим, поболтаем. Ну, я накупила кучу продуктов, поэтому да. Вот, алкоголь у меня еще есть. У меня что-то одно время я как-то покупала, особенно в Ленте, часто там вино всякое и так далее. У меня что-то много так запасов не заканчиваются. Вот, так что алкоголь не покупала. Вот, но единственное, что я буду готовить, это ленивый Наполеон, свою версию Наполеона, потому что, когда было день рождения у моего младшего сыночка, ему исполнялось 7 лет, у меня племянник такой, а Наполеон, он привык, что когда он приезжает, я готовлю все время Наполеон, вот этот вот быстрый его вариант из слоеного теста. Ему очень нравится, поэтому в этот раз надо побаловать немножко племяшку своего, да, и приготовить Наполеон. Поэтому, в принципе, ездила, ну, купить все для Наполеона, а также вот эти вот купаты, хотим пожарить их на, ну, на огне, да, на, как это, на мангале, да, на мангале вроде называется, вот. Поэтому, в общем, немножечко такие покупки. Ну, и зашла в Магнит Косметик, так как он рядом с Дикси. Думаю, уж надо. Единственное, что я испортила девочке себе ноготь, сломала. Вот, так что извините за мой такой вид. Но сделаю Наполеон сегодня, и потом вечером уже сяду, сделаю себе маникюр. Уж буду тогда переделывать. Вот, так что вот так вот. Так что давайте покажу покупки, и цены буду озвучивать вам. Так, давайте начну я с магазина Дикси. Во-первых, там купила картошку вот такую по 49 рублей. Конечно, можно было в Ленту по 25 купить, но не было лень в Ленту ехать. Так, картошку, понятно. И курица. Помните, я уже показывала, что я в магазине Дикси покупала курицу. В принципе, ради нее я и пошла снова туда. Она была по 160 рублей. Сейчас она по 152 рубля. Я взяла три. Три курочки вот такие. Я их сейчас разделаю. И замечательно. У меня куриная грудка вообще всегда уходит. А, ну, спинки у меня будет супчик. Тоже я часто на курином бульоне варю. Так что супер, девочки. У кого есть Дикси, идите туда за курочкой, если она у вас по такой же цене. Также еще увидела по скидкам. Девочки, я, конечно, все понимаю. Можно самим сделать. Если бы не было скидки, я бы не купила. Вот такое тесто для хинкали и мантов. Мужу сделаю. И вот такое вот для пельмешек. Это я детям сделаю. Варенички с картошкой и пельмешечки. Вот. Так что супер. Вот такие вот. Значит, вот это стоило 65 рублей. Вот это стоило 75 рублей. Я даже запомнила за упаковку. Поэтому я решила взять. Сейчас уберу эту морозилку. Но я извиняюсь за свой маникюр. Девочки, сломала ноготь. Извините. Вот. Так. И взяла для Наполеона вот такое. Оно было единственное, вообще единственное слоеное тесто. Я делаю и с дрожжевым, и с бездрожжевым. В принципе, все равно. В общем, взяла три упаковки. Я сегодня же буду делать, потому что завтра у меня праздник, да? Вот. Ну, буду делать большой. Соответственно, для крема я купила вот такие сливки. 33% были единственные. Вот такие я... Никогда их какого-то брянского молочного комбината. Никогда их не пробовала. Масло также для крема и сгущенка. То есть я пополам взбитые сливки, пополам вот такого крема. То есть у меня такой ленивый, быстрый Наполеон, но очень вкусный.
мой племянник в восторге от этого Наполеона. Также у меня будет салатик оливье, поэтому взяла вот такой зеленый горошек, ну и два огурца еще до кучи. Ну, это лимонад, это, ну, как куда же без лимонада. Младший сын у меня решил выбрать вот такой фреш-бар. Вот, так что... Так, это покупки из Dixie. Сейчас уберу и покажу еще дальше покупки. И теперь мясной магазинчик. Тут у меня на самом деле не очень много покупок, так как я курицу накупила, то что уж мне теперь. Значит, купила вот такой чек, да, с наименованиями. Ой, девочки, я чуть не увидела сразу. Смотрите, вареная колбаса на 531 рубль и корейка 630 рублей на 249 рублей. Это вот ветчинку на столечко я купила. И вот это вот колбаса. Это город Владимир или Владимирская область производства. Она очень вкусная, вот такая стародворье. Вот. А вот на это я чек потеряла, девочки. Фарш говяжий стоил 490 рублей, по-моему, он подешевел, девочки. Купила, как раз его купила на пельмешки накрутить. Ну, короче, делать нечего мне, да? Вот. И взяла купаты, мы их пожарим на костре. Вот это вот из индейки стоили 430 рублей. И вот это из свинины тоже стоили 430 рублей. Здесь у меня, по-моему, 10 штучек, а здесь 8 штучек. Ну, нам хватит. И это я зашла в местный магазин, тоже цены буду называть, потому что очень-очень мелко. Значит, купила два батона вот таких, они стоили 27,90, девочки, извиняюсь, 27,90 два батона. Каждый из них 27,90 стоил. Купила оливковый майонез вот такой, он стоил 186,90. Так, и купила вот такие вот сосиски. Я это, ну, как бы детям тоже на костре, мы их пожарим. То есть всем взрослым вот такие, но у меня младший, может быть, их тоже поест. Вот такие из этих, ну, еще вот такие сосисочки докупила я. Они стоят, короче, 2 на 279 напечатано, непонятно. Две упаковки на 200, на 279 рублей, да. И вот эти вот снова купила винер от Мираторг. Я не скажу... Ну, они, кстати, нравятся. Но они у нас до сих пор на акции. Вот я покупаю вот такую говядину. И ягненок очень нравится моим собакам. Значит, они стоили по 18,90. Да, по 18,90, считайте, по 19 рублей. Супер, да? И я поэтому еще добрала, докупила. Так, ну и теперь покажу магнит косметик и заказ Wildberries. Так, ну и Wildberries, смотрите, вот это было, вот это, вот в этой коробочке, а это просто запаковано. Это вот такая вот маска для лица, очень я хотела ее попробовать, почитала, кстати, много положительных отзывов про нее, вот, поэтому, правда, 45+, но мне будет 37, так что нормально, нормально, девочки. И в этой коробочке лежала вот такая вот, вот такая лопушечка, смотрите, смотрите. На самом деле очень приятно. Вот я не знаю как, но я не знаю, очень это приятно. Еще какой-нибудь пробничек положили, и вообще цены не было. В общем, я на самом деле напокупала кучу всяких вот таких недорогих масок. Ну как куча, несколько у меня есть. Вот, и я потом, наверное, сделаю на них какой-нибудь такой мини-обзорчик. Расскажу, какие вообще стоит покупать, какие нет. Но это попробую, я не пробовала такой, поэтому просто показываю, что мне пришло. И вот такой вот у меня пришло. Это сливки для тела, увлажнение и упругость. Вот так вот. Вот, ну, в общем, тоже попробую. Тоже много, кстати, положительных отзывов вот на эту всю историю. Так что я попробую. Блин, у меня ноготь такой, девочки, извините. Так, вот такие вот покупки у меня были. Магнит косметик. Оставила я там 3 336 51. И у меня еще, видите, была фрутелла. Фрутелла конфеты, жевательная, две штучки, которые, как вы понимаете, уже съедены моими мальчишками. И пакетик 6,99. Так, туалетная бумага 199,99. Взяли вот такую, не знаю. Ну, по мне так туалетная бумага и туалетная бумага. Она, у меня много мужчин, она уходит у меня быстро. Девочки, ну серьезно. Я постоянно везде покупаю туалетную бумагу, потому что если она заканчивается, это какой-то кошмар. Вот. Дальше. Взяла вот такие капсулы Persil. Вообще я капсулы, кстати, крайне редко покупаю, но они были со скидкой. Стоили 649,99. И здесь у нас 28 штук.
Вот. Ну, мне, конечно, не очень надолго хватает, но, в общем, взяла. Думаю, ладно, все, хочу с Вальберес или с Озона заказать средства для стирки. Но все, что-то я как-то не соберусь. Все у меня не туда, как вы понимаете, несет. Вот. Также там по акции был вот этот Цезарь. Я купила только для собак, потому что для котов у меня еще полно всего, а собаки у меня как-то быстрее едят. В общем, они по 29,99. Дешевле, чем где-либо. Обычно он по 32 или по 39 вообще рублей, вот этот Цезарь. Но он очень вкусный. Ну, я не пробовала, мои, так собаки говорят. Особенно нравится вот этот вот в сливочном соусе моим девчонкам. Но я даю вот немножко, то есть по пакетику. Бонни, что этот пакетик? Если Джуси, она наелась пакетиком, то Бонни, это вообще ничего, девочки. Это, ну, семечка. И я ей даю сухой корм. То есть она ест пакетик, а потом сухой корм. Вот, ну, в общем, отлично. Так, дальше, что у нас? Купила вот такую вот... Сейчас сразу пытаюсь найти. Сразу пытаюсь найти в чеке. Вот такие вот салфеточки. Это выбрал у меня мой младший сыночек. Какие будут лежать на мамином праздничном столе. И они стоили 99 рублей. Да, бумажной салфеткам с рисунком. Вот. Также мы взяли вот такие зубные щетки. Я посмотрела и пасту. Это корейская марка какая-то, да? Вот всем нам зубные щеточки 4. И зубные щеточки эти стоили по 69,99. На них была акция какая-то, скидка. В общем, не знаю, недорогие, попробуем. И вот такую зубную пасту. Никогда не пробовала ни эти зубные щетки, ни эту зубную пасту. Какая-то с углем, типа супер-пупер отбеливает. Значит, стоила она 199,99. Вот такая вот зубная паста. Это корейская. Вот. Ну, не знаю, попробую, девочки, не знаю. Вот. Также мы прошлись немножечко по гелям для душа. Вот купили вот такой гель для душа. Он вообще недорогой, но сыну моему очень понравилось то, что здесь как бы мороженое. Он действительно, кстати, пахнет мороженым. Ну, вроде не химозно. Он стоил 149 рублей 99 копеек. А вот этот вот, это я уже взяла, мне кажется... Ну, фа вообще прикольно, да, большое, большая банка, здесь сколько у нас получается, 750 миллилитров, и здесь у нас тоже, здесь 800 миллилитров. Вот этот тоже, конечно, подороже стоил, он стоил 319 рублей, вот этот вот лавандовый. Ну, мы будем использовать как гель для душа, пена для ванны у нас еще есть. И я взяла им новенькие мочалочки, вот такие, одна зелененькая, одна беленькая, и мочалочки вот эти... Стоили по 49,99. Каждая мочалка 49,99. Но они, на самом деле, вот эти мочалочки, они же быстро выходят из строя. Маленькие, как раз моим мальчишкам нормально. Это у меня набрал себе сынок. Он очень любит у меня вот эти бомбочки. Всякие разные всегда. В ленте, кстати, когда последний раз были. Это у меня здесь остатки этого, видите, лака, короче. Короче, девочки, вот такие бомбочки. Бурлящая интрига. Я не знаю, почему-то он решил взять себе сердечки. Вот эта бомбочка стоила 199 рублей. Бурлящая интрига, beauty bomb. Каждая по 199 рублей. Да, я так поняла. А вот эти... Да, каждая по 199. А вот эти бомбочки по 89,99 стоили вот такие вот. В общем, любит он у меня бомбочки. Ладно, взял. И еще, девочки, я взяла себе вот такую вот масочку. Облепиха Сиберика. Там у них есть еще тоник, крем вот из этой линейки. Но я решила как бы по маскам пройтись. Веганская какая-то. Тоже потом расскажу. То есть, видите, у меня и чистая линия, и натура Сиберика, и белорусские маски. Вот. И вот это стоила масочка 299,99. Вот так вот. Вот, так что вот такие вот покупки у меня были. Магнит Косметик, слушайте, ну, там стало уже чуть больше товаров, реально, стали завозить, вот такого не было в прошлый раз, вот, стали завозить, так что я думаю, что я там буду теперь постоянно ошиваться, как я это называю, в общем, вот такие вот у меня получились покупки, но Персил капсулы, они на самом деле нормальные. Нормально. Вот. Мне, конечно, на месяц не хватит 28 штук, потому что стираю я часто. Надо будет еще заказать какие-нибудь средства для стирки.
А вообще, девочки, какие вы сейчас заказываете средства для стирки, гели и так далее? Потому что синергетик, конечно, сейчас очень дорогой. Ну, как бы, с учетом того, сколько я стираю, девочки, я каждый день стираю как минимум две у меня закладки. Как минимум две. А так я стираю реально каждый день. Я стираю, ну, так как у меня животные, я стираю пледы, я стираю всякие подушки постоянно, там, постельное белье и так далее. То есть я даже не то, чтобы там, чтоб пятна выводились, а что-то вот такое, ну, просто как освежить одежду. Вот так вот я стираю реально по несколько раз в день. И, конечно, мне покупать там даже 5 литров за 1000 рублей, это, ну, дороговато, ну, меня прям жаба душит. Прям душат очень. Мне бы такое, чтобы там 5 литров 500 рублей. Ой, это же, да? Хотеть не вредно, вредно не хотеть. Вот. Так что вот такие вот у меня были покупки, девочки. Давайте я сделаю видео отдельное вот такое с этими покупками и все, потому что я сейчас буду разбирать курицу, я сейчас буду разбирать все эти покупки, раскладывать по местам. Вот. И делать Наполеон. Но я уже показывала на своем канале, как я его делаю. Просто, легко, я не знаю. Главное, он должен как минимум ночь постоять, пропитаться. Как минимум ночь. И тогда получится очень-очень вкусный. Вот. Так что на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую, до новых встреч.